Вымирающий сейчас на сегодняшний момент, вымирающая нация. Мы не можем пребывать на передовой этого конфликта. Нас просто истребят, сотрут. И на сегодняшний момент моя позиция остается такой же, что мы в данный конфликт с головой влезать не должны. Мы можем иметь у себя в голове какие-то мысли, какие-то чувства. Мы можем в семейном кругу их обсуждать. Да, мы можем на словах что-то где-то поддерживать. Но переходя к активным действиям, мы тем самым подвергаем себя большому количеству проблем. Я как бы от этих слов не отказываюсь, я не вижу здесь никакого политического подтекста. Я вижу здесь вопрос выживания. Выживание конкретно нации, выживание конкретно людей, которые на сегодняшний момент в Крыму живут по таким вот условиям, в таких правилах. И что здесь что здесь криминально? За что я должен сейчас пребывать дальше, чтобы следствие 2 месяца проводило непонятную экспертизу, непонятно для чего?